Привет всем высшим! И да, сегодня будем играть в довольно необычную и очень пеструю игру под названием Arboria, которая, если честно, напомнила мне игру из моего детства под названием Evolve. В общем, так же, как и там, здесь мы будем всячески мутировать и кастомизировать своего бойца. Или бойцов. В общем, давай тогда приступим к созданию персонажа и посмотрим, что тут вообще есть. Обучение мы пропустим. И да, у каждого из них разные особенности. Вот этот вот, например, слышит всяческие голоса. А этот вот имеет на голове какую-то луковицу. Ну, также у них разные характеристики здоровья, силы и... Да, вот у этого ловушки активируются медленнее, что, учитывая мою замедленную реакцию, наверное, вполне себе неплохая такая особенность. Так, но мы, наверное, выберем вот такого красавца. Мне он кажется самым из них симпатичным, поэтому давай тогда его назовем и начнем свою кампанию. Да, готов. Так, и вот появление нашего персонажа как будто из какой-то странной клаки, но что ж. Давай тогда отправимся. Да, это наша база, и пока что тут большинство NPC или пунктов... Давай скажем, взаимодействия закрыты. Потом, когда мы продвинемся по кампании, у нас появятся новые возможности, ну там всяческие кузнецы, торговцы и все в этом духе. Да, я готов. Так, это, судя по всему, какое-то посвящение. Что ж. Да, и за нами будет летать постоянно вот такая вот, не знаю, как сказать, обнаженная фея. О, господи. О, господи. Понятно. Что ж, в любом случае игра определенно имеет свой стиль. Так. А это еще что? А, да, вот мы можем экипировать сразу все. Отлично. У нас тут топор. Топор, это топор же или что это? Или это какая-то кувалда? Так, у нас есть молот. И есть трубочка, которая восстанавливает здоровье. Что ж, давай тогда отправимся вниз. Что ж, да. Главная наша задача — это восстановить корни великого дерева, из которого мы появились. Так, а это еще что? Окей, давай, может, соберем вот это вот. Так, ага. Да, игра очень пестрая, и, возможно, было бы даже неплохо создать персонажа, который не различает цвета. Но давай сейчас попробуем как-то выманить эту муху непонятную. Так, 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 ах ты ж гадина! Забрызгала меня какой-то жидкостью. Так, тихо, тихо, тихо. Ага, это уже муха-боец. Вот, отлично. Давай тогда разбивать вот эти вот непонятные кристаллы, которые нам дают очки. Так, а это еще что? Это бомба? Да, это бомба. Что ж, будем знать. Так, и да, мы получили гранату. Ух ты. Так, еще одни кристаллы. И да, мухи, мухи, мухи. Вот так себе. Так, застанили? Ах ты ж гадина, забрызгал все-таки. Так, тихо, тихо. Так, все, убили эту муху. А, давай тогда попробуем открыть, может быть, вот этот контейнер и посмотрим, что там вообще есть. Еще одна граната. Да сколько можно гранат-то? Так, ладно. Ну, может, еще вот это разобьется? Нет, не разобьется. Давай тогда попробуем сломать вот этот вот кристалл и посмотрим, что у нас будут тут за противники. Первая волна. Так, ну что, погнали? Ух ты ж, сколько этих мух! Раз, два, еще раз. Так, ах ты, не попал. Три, четыре, да сколько можно? Ах ты, все-таки попало. Так, ладно, добили эту муху. Давай тогда попробуем подойти вот к этой. Так, вот она делает свою атаку, и мы ее добили. Фу. Так, что ж, вторая волна. Так, а тут какая-то странная, непонятная хренная тень. Она блюет. Оп. Получай. Ах ты ж, скотина! Ага, понятно. Так, еще раз прыгает. На! Получай гранату. Попали? Я не уверен.
Так. Тихо. Ага, это у него атака получается по площади. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще раз по площади. Ага. Так, ну что? Он, получается, плюет. Ах ты ж, елки-палки, лечимся. Давай, милый. Так, еще раз атакуем. Что ж ты будешь делать? Давай, плюй. Ах ты ж, да вообще не попадаю это гранатой. Так, раз, два. Ну. Давай, делай какую-то атаку. Отлично. И мы просто подходим и начинаем его бить. Так, а он делает атаку перед собой. Ах ты ж, скотина, попал. Ах ты, опять попал. Да сколько тебе здоровья-то. Так, ладно. Делает атаку. Сейчас еще раз будешь прыгать. Ага. Так, давай я тебя добью как-нибудь. Ага. Так, давай рукой. Есть. Фу. И мы теперь можем открыть контейнер. Так выходит. Да. Смотри, новые вещи. То есть тут у нас новая мутация. Это какая-то сабля. Здесь у нас копье. А здесь какие-то тараканы. И мы можем поменять. Окей. То есть теперь вместо руки у нас вызов тараканов. Слушай, а это звучит очень даже интересно. Так, здесь у нас сабля. А здесь у нас копье. Если честно, я не знаю, что мне выбрать, но давай посмотрим на свои характеристики. На что вообще у нас он как-то заточен, или в чем его главные особенности. Так, ну, если честно, я не понимаю, что у него там увеличено. Так, смотри. То есть сейчас у него... Угу. А, вот. То есть... Смотри, вот можно посмотреть, получается, его особенности по... Ага, он, значит, прокачан больше на топоры, и кажется... А, это у нас косы. Да, косы. Определенно косы. Ну, давай попробуем что-то новое. Смотри, тут есть сабля. Давай сейчас быстро ее экипируем и посмотрим на ее атаки. То есть вот она вот так делает перед собой удар. Ага. А здесь она, получается... Ох ты ж, елки-палки, ловушка. Так, ладно. А мы можем как-то сопоставить или что? Ай, ладно, хрен с ним. Давай просто заменим и посмотрим, какие атаки будут у копья. Так, ну, довольно медленная атака. Чертовски медленная, я бы сказал. Так. Угу. И тупо перед собой он бьет. Так, ладно. Что ж, давай тогда пойдем дальше и посмотрим, что тут вообще есть. Это, получается, у нас был первый... Ну, как, первая комната. Так, и нам, получается, нужно куда-то вот сюда. Ох ты ж, елки-палки, на что я подписался? Так, а тут можно подлечиться? Наверное, можно. Так, вот, смотри, вот там можно сломать, получается, стенку. Ах ты ж, елки-палки. Подожди. Сколько тут этих мух-то проклятых. Так, тихо. Тут есть еще муха-боец. И мухи... В общем, стрелки, мать твою, дай, подожди ты. Так, все. Лечись! Ага. Так, а мы можем вызвать своих мух. Ага, вот, сражайся за нас. Муха, что ты, мать твою, делаешь? Так, ладно. То есть, и что ты можешь делать? Слушай, я не понимаю, что вообще она делала или делает, но... Судя по всему, я взял что-то бесполезное. Так. Да елки-палки, какое же неудобное, мать твою, копье. Так, ладно, делаем опять муху. А, она бьет перед собой. Твою же мать. Слушай, это бесполезная просто какая-то хренотень. Да и копье тоже такой шлак. Оказалось. Так, ладно. Так, да сколько можно? А-а-а, какое же оно медленное и неповоротливое. Так, ладно, этого убили. Давай подлечимся, я не могу. Так, и скорее всего придется поменять тогда на что-то. Так, ладно. Ну, смотри, перед собой-то бьет нормально, но... Ничего больше. То есть, о господи, нет, я туда не пойду. Давай тогда вернемся и поменяем на пушку. На пушку, что это такое?
Биоэссенция. Можно с чем-то скомбинировать. Но давай просто возьмем ее. Я не знаю, что мне там можно комбинировать, потому что у меня сейчас плохое оружие. И, в общем-то, да, не знаю. Все это довольно странно. В общем, вот, теперь у нас есть пушка, которая, я надеюсь, как-то поэффективнее себя будет вести. Так. То есть тут какой-то красный... Оу, то есть они с автонаводкой, да? Да, они с автонаводкой. Ага. Но урона, конечно, довольно мало. Так, 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 ну, попадите уже. Понятно. А-а-а. Так, тихо. Так, отлично, попали. Попали. Получай, получай, получай. Так. Ага. Так, и давай. Еще раз. Отлично. Так, ну и теперь вот этого осталось добить. Да падай уже, скотина. Еще один контейнер. Да сколько можно? Так, ладно, ладно, ладно. Подожди, это большая муха. Так. Получай. Ну, давай тогда вот так вот. Подожди, вот она делает атаку. Значит, теперь у нее перезарядка, и мы можем ее добить. Фу. А это получается у нас снаряды уже, которые взрываются. Значит, мы можем взять какой-то Dark Totem. Ага. Ну, может быть, он лечит. Я без понятия. Давай посмотрим, что он делает. Так, тотемс. Ага, увеличивает элементальный урон. И также, кажется, урон от наших мутаций. Окей. Что ж, давай тогда начнем. И попробуем, может быть, на противников как-то вот эти вот споры. Да елки-палки, куда ты покатился? Не туда надо же было. Ладно, ладно, давай тогда поставим, может быть, вот тут где-то тотем. А сколько можно-то? Вот, 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 все. Отлично. Так, подожди, кто тут, муха? Получай, ты поганая, проклятая муха. Фух. Значит, теперь у нас будут крупные противники. Да, тан-тан-тан. Все-все-все. Стреляй еще раз. Так, ну не всех мы добили, конечно. Далеко не всех, я бы сказал. Ах ты ж, проклятая муха. Смотри, прокачали все копья. Так. Отлично, отлично. Лечимся. Без лечения сейчас никак. Ага. Так. Кто-нибудь подойдет? Нет, никто не подошел. А, нет, подошел один через ловушку. Окей. Что ж, мы теперь можем открыть контейнер и посмотреть, что там было внутри. Так, смотри, какая-то коса. Да, коса. А мы как раз-таки прокачаны на косы. Значит, давай поменяем себе вот это вот оружие. Оп. Все, поменяли. Так, и это еще что? Темный щит. Ага. Так, а это новая броня. Слушай, я даже смотреть не буду, просто поменяю. Так, отлично. И вызов тараканов. А, нет, вызов тараканов нам не нужен. Нам не нужен, нам не нужен. И, слушай, щит. Я даже не знаю. Я, в принципе, никогда особо не пользуюсь щитом в играх. И реакция у меня такая себе. Поэтому, наверное, пускай будет у нас пушка. Так, все, он выстрелил. Отлично. Оп, ударили, отскочили. Ну, с косой, мне кажется, елки-палки, назад он отскакивает, когда мы делаем силовую атаку. Что ж, буду знать. Ах ты ж, елки-палки. Ну, очень сложно, конечно, бить силовой атакой, то есть он бьет перед собой, понимаешь? Можно... Ох ты ж, елки-палки. Можно, конечно, вот либо подходить специально, либо вот когда они подскакивают уже к нам, делать эту силовую атаку, чтобы... В этот момент еще их ударить. Ах ты! Нет, не попал, не попал, не попал! Поближе! Вот. Но обычная атака очень даже ничего. Так, это не ловушка, я надеюсь, была. Слушай, а кристаллы мы все сломали? Да, все. И у нас 4500. То есть, если мы встретим торговца, мы даже можем у него что-то купить. Наверное. Так, а это еще что такое? Ой-ой-ой! Нет-нет-нет, это не что-то хорошее. Поэтому давай, может быть... Так, тихо, раз. А-та-та-та, нет, нельзя меня бить, дорогуша. Так, он опять делает атаку? Да, опять делал атаку, а мы его добили.
А вот мы тут можем восстановить здоровье. Но, знаешь, я сейчас пока что думаю, как-то потерплю, может быть, побью еще мух проклятых. И потом уже... Ёлки-палки, это еще что? А, мухи! Да сколько вас тут проклятых мух? Так, все. Давай тогда пойдем чуть-чуть дальше и... Раз, два... Ах ты ж, ёлки-палки. Так, еще раз. Попытка номер два. Так, ну что ж, мы его убили. Давай тогда... слушай. Вроде бы тут спокойно у нас все. Попробуем активировать вот эту вот непонятную точку. Непонятно зачем, для чего и как. Но, видимо, надо. Так, ах ты ж, гадина, все-таки попала. Так. Давай. Поближе. Так. Да, он выстрелил. Да что ж ты будешь делать? Так, все, давай. Раз, два, три. Все, перекатываемся и добиваем эту муху проклятую. Фу, что ж, у нас 114 здоровья. Ой-ой-ой-ой-ой, что это вообще такое? Ага, то есть мухи снизу и что-то там сверху у нас. Давай тогда, может быть... О, господи. Так, отлично. Давай стрелять из пушки. Давно уже не стреляли. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ах ты ж, гадина такая. Все. Она делает свою атаку, а мы раз так, два так. Нет, не попали. Ну, точнее, один раз попали, но, в принципе, на этом все. Да что ж ты такая вот... Все, попали. Фу, граната. Граната. Давай тогда возьмем ее и пойдем, может быть, за здоровьем. Где оно у нас там было? Кажется, в той стороне мы могли подлечиться. Сейчас подлечимся и вернемся. У нас же, кажется, трубки здоровья закончились. Или еще одна осталась? Так. То есть вот мы можем помолиться и восстановить себе здоровье. Так. Отлично. Погоди, а это еще что? А, то есть это... вообще что такое? Я думал, что это телепорт на базу, но нет, видимо, это не так работает. Может быть, это что-то вроде контрольных точек, которые нам нужно обязательно активировать перед тем, как проходить уровень, но вот я, если честно, без понятия. Так, а тут у нас, судя по всему, да, нам нужно спуститься вниз. И тогда мы уже можем собрать вот эти вот кристаллы все, которые там вот накиданы в большом количестве. Либо мы можем продолжить путешествие и осмотреться. Очень внимательно так осмотреться, что тут вообще есть. Так, ну смотри. Вообще, какая-то странная комната, я хочу тебе сказать. Очень странная комната. Может быть, тут какой-то секрет? Нет? Да вроде бы нет. Да, тут пропасть. Пропасть, определенно пропасть. Видимо, это просто тупик. Да, просто тупик. Ладно, давай тогда попробуем пройти первый уровень вот из той комнаты. То есть сначала мы попробуем запрыгнуть на платформу, где она тут опускается у нас. То есть она где-то... Где-то она там опускалась. Вот. Отлично. Привет. Раз. Раз, два... Три. Ага, если я в тупике, то значит я могу не отскакивать назад, а делать, выполнять свои сильные атаки. Раз, два. Все. Добили. Конечно, потеряли немного здоровья. Я, если честно, не знаю, как мы это сделали. Так, а это еще что? Ага, у нас можно скомбинировать. То есть, смотри, мы можем положить. Вот этот вот тотем и получить какой-то... Угу. Нет. Давай гранату, наверное. Fire Grenade. Да. В принципе, мне кажется, это неплохой вариант для нас. То есть получить огненную гранату. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас кристаллы. Так, кристаллы. Но я даже не знаю, стоит ли к ним спрыгивать. Так. Все. Отлично. Ау, попал, гадина. Так, делает свою атаку. Отлично. Еще раз делаю атаку.
Так, 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 сейчас будет плеваться? Нет, не будет. Да что ж ты делаешь-то? Ах, ты ж попала! Ладно, а это у нас получается... какая-то пушка, но она белая, поэтому... Слушай, я даже и не знаю. Да нет, она мне не нужна. Блин, я думал, это что-то стоящее, но это оказалось обычной белой пушкой, поэтому... Давай тогда спустимся вниз и... Что это такое? То есть вот мы открываем портал вниз. Да! Судя по всему, это уже нижний уровень. Так, а что у нас тут есть? Какая-то непонятная штуковина. Еще что-то непонятное. Ага. О боже, что это? Что это? Я не понимаю. То есть вот тут мы можем спуститься вниз. Здесь у нас... Ага, давай посмотрим. Так, что это такое? То есть мы можем что-то прокачать. Смотри, какой-то кувырок. Угу. То есть он наносит урон, когда мы отскакиваем, или что это? Так, комбо-хиллер. Так, ну вот это вот что-то неплохое, я правда не понимаю, что это, что это вообще такое, но это что-то, что восстанавливает здоровье, поэтому давай, может быть, выберем вот это. Да, кстати, довольно милая анимация, что именно фея, получается, дергает за рычаг того, что мы выбрали. Так, а это еще что? То есть мы можем послать свою фею, а здесь мы можем... Сейчас посмотрим, что мы можем. Так, нет, нет. Здесь мы пока ничего не можем. Возможно, мы просто не прокачались, а может быть... Я без понятия. Так, ну давай тогда пошлем ее. И что это вообще такое было? Ну, то есть она наблевала в этот контейнер, и теперь, судя по всему... А, мы перенесли кристаллы и переработали их в какой-то новый ресурс, судя по всему. А теперь мы можем использовать? Давай посмотрим. Нет, нет, не можем. Так, ну, что у нас тогда получается? Так, что-то мы собрали. Да, это уже нельзя использовать. И получается, что... Так, а это еще что? Тут восклицательный знак у нас. А, подожди. Ага. Ну, Гобок это, если кто не знает, персонаж из обучения. И, судя по всему, у гоблинов не так хорошо с интеллектом, поэтому им нужен какой-то толчок для развития. Но, видимо, их сообщество не очень любит, когда гоблины начинают задавать какие-то ненужные вопросы. Ну, ладно. Давай тогда отправимся вниз и посмотрим, что там будет. Так, у нас, кстати, есть гранаты, которых мы не выставили. Смотри, огненная граната, огненная граната. Давай тогда ее попробуем экипировать. А, я не могу ее экипировать. Так, ладно. Тогда вот сюда выстави ее. Да, мне недостаточно, не хватает слотов, чтобы ее выставить. Так, а это у нас легкая броня выходит на нашем персонаже. Так, ладно, ладно, меня пока что все устраивает. Давай тогда отправимся в первую комнату. И там у нас проклятые вредные жуки. Тихо, это стрелок. Это... А, нет, это воины. Это тараканы-воины, мать его! Все. Так, 183. То есть он отнял нам сколько? 13 здоровья, что ли? Так, ну иди сюда-то. Куда ты пошел? Так, он сломал тут... О, спасибо! Слушай, он нам открыл какую-то комнату. Смотри. То есть это какая-то огненная... Кожаная броня. Так, и тут еще шоковая эссенция. Давай ее соберем. И... А, да, кристалл. Точно, кристалл. Так, что у нас тут есть? Так, ну смотри.
Вообще можно... Нет, лечиться, я думаю, пока что нам не надо. Давай пойдем дальше и посмотрим, что вообще тут у нас есть. Так. То есть тут мы кристалл сломали. О, господи, ты еще что такое? Слушай, ну мне кажется, это противник, да? Ты хороший? Ты добрый? Я не понимаю. Слушай, ну мне кажется, его надо атаковать. Да, его надо атаковать. На тебе гранату в морду. И тебе тоже. О, господи, о, господи. Так, я не готов умирать. Так, а он много отнимает. Слушай, он очень много отнимает. На тебе гранату. И еще одну. И еще одну. Ах ты, не попал. Не попал, не попал, не попал. Так. Ну, пока все очень даже неплохо. То есть мы можем вот так вот настреливать по ним. Ах ты ж, елки-палки, как ты перепрыгиваешь-то это все. Ах ты, ах ты, ах ты. Так, дальше, дальше, дальше. Стреляй, стреляй, стреляй. Не понимаю, зачем. Так, тут еще и этот вот таракан. Так, он сломал кристаллы. Надеюсь, нам дадут его. Так, отлично. Ах ты ж, проклятая ты. Богомолишка. Так, раз, три. Нет, 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 нет. Фу. Так, и что, у нас все закончилось? Да, у нас закончилось. Давай тогда попробуем выстрелить гранатой. Нет. А, нет, у нас закончилась она. Она, между прочим, закончилась. Так, и мы его убили. Давай тогда сразу экипируем новые гранаты. Где они у нас тут? Так, вот, тотем. То есть можем его экипировать. И да, мы потратили все гранаты. А это, я даже не знаю. Мне кажется, не очень хорошо. Но в любом случае, как есть. Давай тогда попробуем. Ох ты же, елки-палки. А это стрелок, да? А это выходит у нас стрелок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, раз ударили. Он стреляет как-то перед собой, да? Так. Да, он как-то стреляет крупными снарядами. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Так-так-так-так-так. Отлично. Ну, так понемножку ему отнимаем, но... Ах ты ж! Отнял-то, смотри сколько. Слушай, может быть восстановимся... Раз. Нет-нет-нет-нет-нет. За радиус выходит. Вот сейчас попали. И то какой-то урон, знаешь, низерный. Ладно, давай подлечимся. То есть нам нужно вернуться обратно, и если честно, я... А, так. А, то есть можно... Понятно. Пока у нас активирована волна, мы не можем выйти из этой комнаты. И, видимо, нам придется начинать все заново. Так что давай все-таки попробуем его... Так. Раз. В спину, давай, давай его. Да давай его в спину уже. А, отлично. Так, мы его добили. И, значит, теперь у нас есть возможность одеть тяжелую броню. Слушай, давай ее как-то попробуем... Попробуем сравнить. То есть вот, смотри, моя, получается, дает мана реген, а у него она, наоборот, в минус. И плюс моя... отражает урон. Слушай, ну, если честно, я бы тяжелую все-таки одел бы. Даже пускай белую, но она тяжелая. Так, а это какой-то топор. Смотри, топор. Давай попробуем его сравнить. А, смотри, это топор на третий уровень. Так, то есть когда противник имеет меньше 25 здоровья, то есть урон, который он наносит, отражается в него, как я понял. Так. Или продолжи, нет, просто увеличивается урон на 15%, да. Но... Знаешь, вообще можно было бы взять и топор вот этот вот. Мне, конечно, нравится то, что у меня сейчас, но ладно. А это еще что такое? Ну-ка. Какая-то новая броня, я не понял, что это такое, но ладно. В итоге мы все тут собрали, и теперь можем отправляться в следующую комнату. Так. Подожди, а мы тут были же, да? Мы, получается, тут были. Так, давай тогда попробуем... пройти вот сюда и посмотреть, что у нас уже вообще тут будет.
Так, ну, смотримся мы очень даже неплохо. Мне нравится. Вот эта вот тяжелая броня. Ну, оружие такое интересное. Так. А это еще что? Погоди-ка. Давай активируем точку. И здесь у нас торговец. У меня, конечно, не так много кристаллов, но... Привет. Два, три. А какая там тяжелая атака у него? Давай посмотрим. То есть, ага, перед собой. Понятно. То есть можно выполнять спокойно тяжелую атаку. Так, и тут можно спуститься вниз, судя по всему. Так, тихо. Ага. Так как же он медленно теперь перекатывается? Слушай, ему щит бы теперь. Потому что вот так сражаться, ну, я думаю, мне будет очень тяжело. Так, ладно. Раз, два. Отлично. Да, мы теперь стали очень неповоротливые, но зато мы можем с собой ломать кристаллы. Возможно, мы и раньше могли это делать, но все же. Так, а тут у нас коса, но белая. То есть у нее нету каких-то особенностей, так что можно посмотреть, что тут вообще есть. Так. А что у нас вообще тут? Опа, противник. Противник и, судя по всему, какие-то тут гранаты. Ага. Тихо. Ах ты ж, ёлки-палки. Ладно. Давай тогда как-то попробуем. Слушай, ну броня, конечно, очень хорошо поглощает. То есть раньше мы получали довольно много урона, сейчас мы его, ну, не то чтобы вообще не получаем, но... Ах ты ж. Да, мы почти не получаем урон. Что ж тут говорить. Так, что ж, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите в комментариях, как вам сама игра. Все-таки от вас зависит, будет ли продолжение по этой игре. А на этом все. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.